Ну-ка, давай этого читера, а? А смотри, знает, что мы в него прицелились? На нас. А, это тот, которого мы сняли. Да, это да, кемпер. Да, он... Смотри, кемпер. Опа, оу, в полете. Ничего себе, ребята. В полете. Слева, слева сейчас будет. Но. Слушай, как долго я по нему стрелял. Да, ребятки прокачанные, видимо. Но плохое нам... Плохое дело, да. Нам ничего... на самом деле это не мешает, да? Просто. Всех тут поджарить. Просто, я не знаю, сколько мы уже... Пошли. Хедшот. Мультиубийство, ребята. Все лежать. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы продолжаем играть в Pixel Gun. Да, ребята, это Pixel Gun 3D, и с вами канал Detol. Поехали, сундук удачи по классике. По классике открываем, и у нас выпадает опять какая-нибудь ерунда. О, гемы. Да, ребятки, вот такие вот нам кристалльчики вечно выпадают, что-то ничего такого годненького мы тут и не собрали. Но ничего страшного, все впереди. А мы, слушай, у нас белый мишка. Да, кстати говоря, мы в прошлый раз его взяли же. Он же поинтереснее красавец, будет. Красавец, да. Так, ну что, где мы сегодня поиграем? Ну давай в командном бою опять же. Да, мне кажется, командный бой нам больше всего нравится. Самый крутой. И какую карту выберем? Давай лаборатория зоны 52. Играли там? Да, играли, но давай сегодня еще раз сыграем. Сыгранем, там прикольно, кстати говоря. Да, неплохо, я согласен. Но здесь, видишь, меч Санты и снежный шторм нужен. У нас этого ничего нет. Да, у нас этого ничего нет, ребята, и все равно мы занимаем первые места. Так что, так, и ничего это не влияет. Так, Detol Team. Чик-чик-чик. Так. Куда я забился здесь? В угол? А, ладно, нормально, пошли. Опа, выглянул. Вот, я его вижу. Ах. Да, ребятки, играли мы недавно в эту карту. Неплохая она, кстати да. говоря. Там у нас еще кто-то наверх забрался. Так, мне надоело, нужно просто взять снайперочку и... Ну-ка, давай его, да, добей. Смотри, бегает как хорошо. А, молодец. Ну, сейчас нас вырежет кто-нибудь. Нет. Ты смотри, можно. Наш белый мишка там чудеса творит на виражах. Да а что он тебя стоит? Достал? Ах ты ж гад, Слушай, прям вплотную подошли. Смотри, у него миниган. Расстрелял. Убили да? его все-таки, да? Мы? Не мы, конечно. Не, ну мы, убили. Понятное дело. Мы-то куда нам до таких? Да вот он, смотри, с огнеметом, что ли, я не знаю. Я не знаю, он что-то завис, мне кажется. Что-то подзавис, убийство в голову, но хелсов нам подотнял, что ж. Так, вот там вот белый мишка, который надо ему отомстить. Тоже у него белый мишка, как и у нас, а наш белый мишка выдает. Кстати, белый мишка очень сильно выдает. Выдает очень сильно, да, это? Да, кстати говоря. Есть такое дело, белый мишка. Прям пятно такое, видно, что там кто-то шарит. Тихо, иди сюда стоять. Смотри, какой шустрый, а. Так. А, его убили. А, вот он, смотри, вот он, с миниганом. Опять этот с белой мишкой, да! Возмездие. Кто у нас? Леон, смотри, смотри, спрятался на нашей базе, да? Нет, он спрятался вот там в окошке. И знаешь, что я сейчас делаю? Ну да, на нашей базе. Я отомщу ему. Опа, нет, не попал. Спрятался, смотри, как хитро. Бам. О, прям в глаз. Да ладно, что-то не попадает, что ли? Ну, то что такое, сколько я могу в него раз выстрелить? Но там через стекло не попадает? На тебе в голову! Месть, ребята! И стой, кто ты там? Смотри, там справа никого нету, а то сейчас мы вот, выйдем. Вот, смотри, кто-то. Под обстрел, опа! А? Подстрелили кого-то, то ли животное какое-то, да? Мишку. Куда? Нет, стой, я не хочу вниз. А нормально, вот здесь вылезем прямо. Смотри, вот здесь вот. О, смотри, ты видел, какая штука летела в нас? Ничего себе, это что такое? Ну-ка, давай этого читера, а? А, смотри... Знает, что мы в него прицелились? На нас... А, это тот, которого мы сняли, да, это да, кемпер. Да, он... Смотри, кемпер. Опа, оу, в полете. Ничего себе, ребята. В полете. Лайк за такую игру, ну-ка. Лайк. Дабл килл, но нужен дабл килл. Давай. Так трудно видно, ребят, на самом деле, что там происходит вообще. Ах, кто? Ах ты, кемпер, ну что же, ладно, мы тебе сейчас отомстим маленьким кемпером. Кемперочек-то, а? Вот, смотри, вот слева, вот. давай, кемперим его. Опа, выстрел, хорош, возмездие, хедшот, ребят. О, ну мы, кстати, проигрываем, представляешь? Нам надо поднапрячься, одна минута. Счет 10-20, да мы как так вообще... Слушай, никак не могу попасть в него, надо кемпер да взять. Потому что это калаш только... Опа, и вот так вот. Дабл килл, ребята. 12-20, счет нам нужно быстро сравнять. Еще одному помощь, наверное, в убийстве нам дали. Что ж у нас такие-то слабенькие. Давай не будем фраги раздавать лишний раз. Давай сохраним. 13-21, счет. Так, в нас стреляет. Еще один, дабл, трипл килл. Поехали. Так, тихо. Ой, слушай, что такое? Мишка даже горит. Мишка. Ай-яй-яй, мне не нравится. Разнос идет, ребята, разнос. Вон он, возле тарелки. Ну его убили, наверное, мы уже помощью убили. Да а, вот он, ничего, не убили его. Что ж он такой гад? Да что же он такой, да, какой-то прям. Мультиубийство, ребята. 16-22, нам надо равнять. Вон того, кемперим.
Раз. Он в нас жарит просто конкретно. Смотри, спрятался специально. Ах, не простреливать, не простреливать, прячься, не простреливать. Прячься, так. Прячься, а то фраг раздадим сейчас. Ох, дымовуха какая-то. Опа. Ну, давай, давай, детка. Прячемся. Оу! Убийство в голову. Ай, ультраубийство. Ребята, смотрите, кто-то сзади или откуда нас стреляет. Я не знаю, кто-то по нам ткал, но мне кажется, время заканчивается. Поражение, к сожалению. Ребята, тащили мы этот бой, определенно да, первое место. Да, Дитол старался просто... 9 фрагов. 59 фрагов, да вы чё, ребятки, даже вон у них такого нету результата. Ну что ж, давай в бассейн перейдем. Вот там снизу прям нажимай. Да, давайте в басик переходим. В басике порубимся прям на изи там, классно. Да, в басике прикольно, прям как Counter-Strike. Тут уже идет на самом деле битва. Ой, вот они гады здесь. И мы уже первый фраг заработали, только зашли. О, кто тут жарит? Продолжает жарить или это пес какой-то нас? Что такое? Почему мы горим? Стоять! Помогли еще убить кого. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Смотри, сколько здесь красненьких-то, а? Так, лиса. Бурундуки какие-то. Тихо, мы идем к ним на базу. Идем к ним на базу. Иди сюда! Давай, хедшотину ему, а? В голову двойное. Дабл килл, пошли. Ой. Это что такое? Читер! Это что такое? Читер! 100% ну, читер. Ну ничего страшного. А че он? Ах! Ну а как ты хотел, прям лоб-лоб с ракетницей там. Слева сейчас будет. Но! Слушай, как долго я по нему стрелял. Да, ребятки прокачанные, видимо, но плохое нам... Плохое дело, да. Нам ничего... на самом деле это не мешает, да? Просто. Всех тут поджарить. Просто, я не знаю, сколько мы уже... Пошли. Хедшот. Мультиубийство, ребята. Все лежать. Всем лежать. Дитол в деле. Но еще лежать. Убийство в голову. Что-то мы там бешеный какой-то результат набрали. Тихо, мы опять горим. Медведь почему-то наш постоянно... Дымится. Дымится. Он устал просто на Северном полюсе и решил подогреться. Тихо. Так, вот это опасно, конечно, опасно. Нормально. Направо там ребята пошли разносить нашу базу. Думаешь, вот здесь сейчас зашкиримся. Тихо. Давай, да. Тихо. Сейчас кто-нибудь. Так, как обычно, дайте в контре кто-нибудь присядет еще вон там, вот он прям да, сядет да. в присидочку. Опа! Смотри-ка! Нормально, а вот теперь знает, что мы здесь, и поэтому. Вот он, да, он идет сюда, смотри, жарит из огнемета. Он понял, что здесь много нас. Помощь убийства. Почему мы так долго горим? Хороший огнемет у него, видимо, прокачанный, тюненный. Так, а что мы забыли про нашу снайперку? Кемперку. Раз, два. Оу, ребята, хедшот, дабл килл. Дабл килл и... Ну-ка, ты не без снайперки, да? Я не без ракетницу, снайперки. Ракетницу стреляет, смотри, ракетами, но не попадает, очень плохо. Да еще один. Еще один с ракетами, еще подобрали мы патроны, смотри, сейчас обойдет нас. Да что такое, я хотел огнемет взять и зажарить не, их просто. Не, огнемет, конечно, не очень эффективная штука. Ой, ничего себе, мультиубийство. Мультиубийство, тихо. Слушай, ну мы, не, мне не, кажется, не, тащим, огнемет, да? Огнемет, конечно, ребятки, здесь, да, тащим конкретно. Конкретно смотри, тащим. Смотри. Он здесь стоит и получает выстрел голову от Дитола. Убийство, возмездие опять. Что ж у нас одни возмездия? Смотри, этот все... Да что мне так... попал нас, прикинь. Да, попал и как-то повело, да? Да, прям повело в сторону. Опять мы горим. Попали под раздачу. Так, и убийство кого-то в голову. Еще убили. Сколько мы фрагов-то здесь уже набили? Еще мне тебе, кажется, фрагов... Нас... Да, 36, слушай, кончается. Быстрее. Ай! Ай, проиграем опять. 37-41. Блин. Давай, вытаскивай мне. Да уж, ну что ж такое, а? Поражение 5. Ребят, мы тащили определенно. 19 фрагов. Вы видели такое? 1065 счет. Это просто наилучший, мне кажется, наш показатель. Без прокачки, ребята. Да. Без прокачки, так что все эти тюнячки, звери ваши там, вся эта фигня. Так, ну что, мы где, останемся здесь? Какой у нас 4-й левел, смотри. Поехали в бой еще раз, да, здесь немножко побегаем. Да, поехали здесь побегаем, круто здесь, круто, ребят. Так, у нас даже грены нет, ребятушки, ну это прям... Смотри, прям что печально. Они делают-то, пойдем разнесем там всех просто. Что они, вот в контру, скажи, что ли, не играют? Ребятки, вот смотрите, вот берете кемперочку так, опа, а, да смотри, выходите. Они там чекирятся все. Понятно, сейчас где-нибудь погнали. Сбоку вылезут. Да, вылезут, а через басик пойдем. Так, вот здесь вот прикольная штука. Смотри, такая. Хелсы там есть, хелсы, ничего себе. Кстати, бонус, мы теперь за терров играем, по ходу дела. Да? Да? Не, нормально. Не, вот контролская база. Ну-ка. А, да, за терров играем, кстати говоря. Ну-ка, давай. Давай. Держи, дружище. Мишку нашего не трожь, потому что он хорош. Так, смотри, мы прям зашкирились на базе и прикольно делаем вот такую а, вещь. Да, у него респа. Ай-яй-яй. Такую вещь, у него респа, как ты думал? Сразу прям появился и завалил?
Ну, я думал, да. Как будет, в контре, как в гангейме будет, прям. Будет пока... Ух ты, смотри, какой у него прикольный. Что-то модный у него какой-то прицел. Знаете, бам. Модный. Не умеет играть. Не умеет. Сейчас мы с нашего золотой пистолет. Если есть у тебя... Нет, лучше калаш возьми тогда. Да, и... если с пистолета ты издалека не попадаешь, возьми калаш, который еще больше не попадает ни в кого. И где он? Он же здесь. Да не, убежал он туда. И уже, наверное, ушел уже, совсем убежал. Думаешь, кстати, ух ты, смотри, как в туалет присел. Да я думаю, кстати говоря, здесь видно тебя все равно. Думаешь, прям. Ну, конечно, видно? Медведь тут шарится, как. Не, он рядом со мной так стоит. Вот он рядом вот, видишь, стоит. Мишка? О, смотри, видишь, его он сейчас не видит. Загасит. Смотри, видишь? И убили. Четко прям. Слушай, столько хелса в голову прям садили. Иди сюда, тихо. Смотри, тихо. Смотри. Тихо! Да ладно, вали их уже все. Смотри, сколько фрагов-то бегает, а? Всех зашарим. Где вы? Сгорите. Фраги бежали просто, а ты этот прикалываешься. Вот фраг. О, слушай, а как он так быстро метнулся в сторону? Да что-то заглючило, видимо. Давай, жари их, пока у нас резко. Да. Нечего приходить к нам на базу. Давай. Это база Детол. Ай-яй-яй. Слушай, идут вот здесь. Давай, пока резко. Давай, а то зажарят, гады. Да, зажарили. Зажарили. Ты смотри, еще давай. Смотри, вот они. Ну-ка, жарик. С ножом. Где смотри, вот гады, а? Я уже думал, он на горшке засел. Ну-ка, смотри, вот гад, а? Смотри, фраги прям набивает. Здесь. Ну, а как он так быстро перемещается? Читеры. Стоять. Ну, дай его добью. Ну, чтоб тебя. А это давай, вот этот смотрел на нас. Что-то как-то в этот раз, да, эта игра не получилась. Да, что-то не зашла. Смотри, там они засели. Вот сколько ему нужно было в голову стрелять? Вообще жесть, ребята, что творится? Что творится-то, а? Вот это такое же, как и мы, по ходу дела. Играть особо не умеет. Да ладно, смотри, нож взял. Нормально? Так, давай вот этого вынесем, замучил он уже здесь. Давай, вон он, смотри, бегает. Ну что такое? Как так быстро-то, а? Вот этот вот читер! А вот этот давай. Убийство в голову. Хорошо, еще один фраг. Вот эта пушка, что это такое? Это кто поставил? Не знаю. Это наши кто-то поставил, прикинь. Думаешь, наши поставили? Да, давай под этой пушкой как раз будем прикрываться. За ней, давай. Смотри, какую бомбу у нас бросили. Да что ж, ты вышел прямо на открытую тоэту, сейчас сгорим. Сгорите! О, жарик! Слушай, у нас какой-то слабый огнемет, да, конечно, кажется. Слабый, мы его не качали-то совсем. Ага. Тихо, Коль, что-то мы опять нужен? Проигрываем, хоть и, блин... А сколько у нас фрагов, Коль? Да непонятно. Поражение, фух, ребята. Не, ну этот бой явно был хуже, ничего не скажу. 19 здесь нету, 10 точно есть. 8, даже не лучше всех, ребят. Ну да, подустали немного. Слушай, ну конкретно сегодня зарубились. Вам обязательно поставить лайк под видосиком, подписку на канал. И до новых встреч, новых видео. Спасибо, с вами был канал Детол. Пока.